Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Fallout Shelter. Да-да, давненько мы в нее не играли, и тут что-то я вдруг вспомнил. Так, секунду, кто тут ко мне идет? Где эти ребятули? Вот он, крышка и бутылка к нам идут в гости. Кстати, у нас житель. Давайте, наверное, его заберем сюда, да? Пускай он вот здесь пока потусуется. Так, забираем еду. Здесь у нас ребятушки обучились. Так, этим поднимаем уровень. И, кстати, нам нужно посмотреть, какие у нас с вами невыполненные задания есть. Кстати, давайте-ка вот сюда зайдем и посмотрим. Можем ли мы... Слушайте, эти у нас на месте. У нас только один отряд на месте, что ли, получается, так? Ну, ладно, давайте посмотрим. Начать. Я даже, честно говоря, уже забыл, что здесь за задание. Но быстренько освежимся. Дело о пропавшей перчатке. Найди бейсбольную перчатку. Понял. Ну что же, найти. Так, интересно, карта здесь большая или маленькая? Мне вот это интересует. Слушай, она не очень такая, как сказать, большая, но протяжная, протяжная. И как мы видим, тут у нас... А ты, наверное, друг Ника? Долго же тебя пришлось ждать? Ты ведь хочешь найти перчатку у моего прораба, прадедушки? Ну так я облегчу тебе задачу. Ну, облегчи. Вор прямо сейчас прячется где-то здесь. Эта маленькая дрянь украла мою перчатку. Ну что, вздуешь воришку и вернешь перчатку мне, а? Вздуть это становится интересно. Откуда ты знаешь, что это дело рук маленькой дряни? А что такого особенного в этой перчатке? Ну-ка давай вот это вот. Откуда ты знаешь, что это дело рук маленькой дряни? Потому что больше здесь никого нет. Слушай, я не хочу никого допрашивать, мне просто нужна перчатка, так что иди. Поговорить с Клэрэнсом. Хорошо, надеюсь, смотритель оценит это по заслугам. Я уже оцениваю. Давай вот это мы возьмем. Здесь мы с вами залутаем все. Так, это был Клэрэнс, но почему он мутировал? Вот что меня интересует. Ну-ка, здесь тишина, по-моему. Дай-ка я шкафчик залутаю. Хорошо, двигаемся дальше. Угу, кто тут у нас? А, кротокрыс. Сейчас мы их быстренько, ребятушки, почикаем. Блин, я тыкаю все на эту коробку, думаю, что же лут-то не падает с нее. Так когда враги, все уже позабывал, что когда с врагами дерутся, мы не можем ничего юзать. А вот теперь вполне, ага. Какие-то чертежи мы нашли, изолента, и все, здесь больше ничего нету. Неплохо, неплохо. Так, здесь тишина, и это радует уже. Давай двигаться сюда дальше. Ух, ё-моё, гули, один из них босс. Так, родной, давай-ка мы будем вот этого чувачка валить. Нам нужно быстрее его заварганить. Кстати, нужно тебя вылечить. Ой-ой-ой, а как это я так пошел без... У меня что, даже нету аптечек? Ничего нету? Это как я так отправил своих ребят без всего? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, это может быть для нас печально. Что за хмырь? Почему такой сильный? Ай-яй-яй. Слушайте, ну одни винтовки только дают, а мне нужны аптечки. Мне нужны аптечки. Кто это? А, это кротокрыс. Ладно, их сейчас быстренько мы, наверное, расколбасим. Но у нас радиации очень много и здоровья очень мало. Что же мы будем делать-то с вами, а? Дорогие мои друзья. Я не знаю, я просто в сомнении. Ну как же так я мог отправить своих ребят без... лечилок, без всего. Еще мне нужно здесь искать маленькую дрянь какую-то. Знаешь, как легче всего выполнить задание? Нужно не отвлекаться на болтовню с напарником. Угу, понятно. Мы нашли с вами пекаль. Ну, пекаль, это все ерунда. Опачки. Эй, тебя прислал Клэрэнс? Слушай, перчатки у меня нет. Ну, то есть она у меня была, но ее больше нет. Ее украли прошлой ночью. Если она тебе нужна, тебе придется искать ее самостоятельно. Угу. Есть мысли насчет того, кто ее взял. Клэрэнс посоветовал тебя вздуть. Есть идеи?
почему мне не стоит этого делать? Зачем было красть его перчатку? Давай-ка вот так вот спросим, что она ответит нам. Если честно, то он просто мне не нравится. Хотелось стереть с его лица эту пухлую улыбку, типа, да? Найти вора. Ну, что мы нашли? Оу, ядерколу надыбали и чертежи. Слушайте, а я задание-то выполнил или нет? Найти бейсбольную перчатку. Нет, я еще не выполнил. Кто же ее украл? Стопудово Гули. Нет, только не Гули. Слушайте, боюсь, что нас сейчас здесь и похоронят. Кто-то у меня упадет. Вот этот упадет, скорее всего, ребят. Оу. Слушайте, я же не могу сейчас уйти или могу? Да блин. Одному минус. И сейчас моего чувачка уничтожит стопудово. Так, да какого ж хрена? Все не то, все не так. Слушайте, надо сваливать, пока не поздно, мне кажется. Фиг с ним, что задание провалится, но хотя бы мы с вами останемся в живых. Если останемся, если успеем уйти. Ты бомбить будешь или нет? Эй, барышня, во. Ай, давай сюда. Смотрите, животные лежат рядом со своими хозяевами. Нам отсюда его надо сваливать, ребята. Сдаемся. Добыча, полученная в ходе задания, будет утеряна. Вы хотите, чтобы жители отказались от задания? Да, я хочу. Я хочу хотя бы хоть кого-то спасти. Вот это да, вот это же надо было отправить своих ребят на такое задание без всего. Глупо, очень глупо. Как так? Конечно, придется оживлять. Повторить задание. Я думаю, что нет, не будем мы повторять. Подтверждаем, я трачу бутылку. И они добегают у нас до моего убежища. Призрак у нас. Chemical. Это что за... что за призрак Mass Chemical? Не понял я юмора. Ну давай посмотрим, что это за ерунда такая. Напугать главаря рейдеров. Слушайте, а меня не вздуют здесь самого-то, а? Пугалка тут нашелся тоже мне. Надел-то еще костюм. Хэллоуин уже давно прошел. А, ну он хотя бы с автоматом. А я уже думал, он... Какой автомат? Нет, автомат, да. Давай посмотрим. Так, винтовка. Мне нужен аспирин. Я боюсь, тебе сейчас нужен не только будет аспирин, а еще что-нибудь похлеще. Так, и... Да ладно, на одного... Три рейдера, что ли? Да ё-моё, что? Камера, либо ближе, либо это. Неужели нельзя по-средненькому приблизить? Так, ладно, я надеюсь, он справится у меня. Кто это у меня? А, это же у меня Стар Паладин Кросс. Это у меня девчуля. Но сейчас она в данный момент вот в этом идиотском костюме. Но, по крайней мере, у нас здесь есть хилки, есть антирадины. Ладно, давай этого заколбасим и уже продолжим с тобой путь. Пугать главаря рейдеров. Да, неплохое задание мы взяли. Минус, отлично. Так, лутуем. И мне пришло в голову поменять убежище на это. Нет, братюнь, тебе не пришла никакая идея. Просто у тебя очередная вылазка. Очередное задание, вот и все, ты же рейдер. Так, здесь у нас антирадин. Поднимаемся на второй этаж с вами. И смотрим, кто тут. Пустота. Смотрите, сколько здесь стимпаков. Почему там не давали? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо, родной. Давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Будем валить босса. В первую очередь, вот этого зеленого гаденыша. Потому что... Ты кого бьешь-то? Я же сказал, зеленого гаденыша, вот. И нам нужно лечиться, обязательно лечиться. Если мы не хотим так же, как прошлая команда, отдуплиться. Слушай, а что у тебя за винтовка такая дешевая какая-то? А лучшего все равно у нас нету. Ладно, лечимся. Лечимся, ребята, обязательно. Да что ж ты не сдохнешь-то никак, а? Зеленое пугало. Давай, 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 выстреливаем, отлично, молодцы. Ну, этого будет проще нам забомбить. Тем более прицельным выстрелом. Опс, минус, да? Вот так-то. Пускай знают свое место. Ну-ка, залутуем. Так, чертеж. Двигаемся дальше с вами. Опа, а вот это уже рейдеры. Как рейдеры могут жить вместе с гулями? Я не понимаю вот этого вот. Они же всегда между собой воевали. А,
Ах, ну ладно, посмотрим, к чему у нас тут все придет. Эту мы сейчас убьем. Минус. Так, ну эту, в принципе, тоже. Никаких проблем нету. Слушай, а у меня... Какого она уровня? 50-го. Правильно. Так, давай, 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 стреляй, расстреливай. Ну, ты будешь добивать ее или нет? Прямым. Во. Молодец. Залутали. Кажется, направление верное. Конечно, верное. Другого здесь нету просто-напросто. Так, погоди-ка, не понял. Да камера, ты будешь отдаляться? Слушай, как мне наверх-то... Ах, вот здесь вот у нас. Понятно. Я думаю, зашибись. Наверх не попасть. Давай ты беги быстрее. Что за задание? Напугать, да? Напугаем сейчас мы его. Так напугаем, что он будет бежать и дристать. Так, ну и помойка. Так, здесь мы подобрали все. Давай-ка глянем, что у нас тут. Ага, вот они. Ой, почему мне никто не сказал, что здесь водятся привидения? Пожалуйста, не трогай меня, призрак. Что тебе нужно? Ты оскверняешь мою могилу, смертный. Уходи немедленно. Ха, обманули дурачка. Нет, давай вот это вот. Ты оскверняешь мою могилу, смертный. Уходи немедленно. Типа так, да? Я нечаянно, я уйду, честно. Ох ты. Призрак Mass Chemical. Оптимизм. Нужно сохранять в себе оптимизм. Так, это мы забираем. Это мы тоже забираем. И идем дальше. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Угу. Стимпак, отлично. Ну что, я так понимаю, ребята. Опс. Придется повоевать маленько. Давай, 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 давай. Разноси вот этого в хлам. Вот этого. Еще один прицельный выстрел, и ему будет хана, поверьте мне. Так, подлечимся маленько. Слушайте, ну, я думаю, что ратпаков у меня 14 и 15 стимпаков. Этого нам за глаза, чтобы пройти полностью эту локу. Ну что, бородач, я думаю, что тебе все. Крышка приснилась. Так, мы сейчас, если что, пойдем с вами на следующее задание. Ну, отправим свою команду. Но в этот раз мы уже будем брать стимпаки и ратпаки. Все как полагается. Упс, 5-кратный урон. Без шансов. Даже чувак говорит, круто, естественно, круто. Бомбанули не по-детски, да? Так, давай-ка посмотрим, что у нас вот в этой комнатке будет. Наверное, какая-нибудь вкусняшка. Нет, только крышки. Ну что же, я так понимаю, мы с вами здесь полностью все залутали. Здесь больше ничего не остается, и мы с вами возвращаемся в убежище. Так, а у нас задание выполнено, награды. Угу, ланчбокс. Вернуться. Интересно, сколько потребуется баночек колы? И вообще, есть оно у нас? Так, давай, не томи меня уже. Прошуршали. Так, дойти мгновенно. Две. У меня есть две-то? У меня 9, отлично, подтверждаем. Потому что я хочу посмотреть, ребята, что у нас в ланчбоксе находится. Так, собрать. Хотя можно зелье не продать, да? Продать обычные предметы. Вот так. А вот это все остальное собираем. На запад у нас еще одно с вами, ребята, задание. Но мы, наверное, чуть-чуть попозже его посмотрим. Сейчас я должен кое-что здесь сделать. Так, ну что, ребятушки мои пришли, как мы видим. Так, ты пойдешь у меня на склад. Призрак. Призрак. Призрак тоже пойдет, наверное, на склад. Они оба зайдут или нет? Это... Да, они оба зашли. Все, отлично, ребятули. Так, здесь мы поднимаем уровень 17. Здесь барышня 9 получает. Что же я хотел глянуть? Ага, ланчбокс, естественно, конечно же. Давай-ка посмотрим, что нам здесь выпадет. Ух ты. Квантовая ядеркола, 3 штучки. Козырно. Так, чудо-клей. Крышки, 100 штук. Револьвер, зачем? И житель, Рой Харвей. Слушай, ну неплохо, неплохо. Так, открыть здесь, что открыть-то? Больше нечего открывать, все закончилось. Так, ты у меня какой, 20-й левел зарабатываешь? Эти 9-й. Так, еда, вода, все это собираем.
тут тоже 23 уровень. Так, Харви, давай-ка мы тебя куда определить-то? Пока пойдешь вот сюда, в жилой комплекс. Ну что же, давайте, наверное, посмотрим, что мы с вами можем или нам нужно построить. Так, я уже, честно говоря, и забыл. Кстати, задание. Давайте-ка мы куда-нибудь, кого-нибудь отправим. Ого, смертельный ланч. Убейте коварного шеф-повара. Уровень нужен 46-й. Ну-ка посмотрим, у меня есть такие ребятули? 49-й уровень есть. Вот, и мы их-то как раз и... Погоди, что? А какое нужно там оружие для этого задания? Так, секунду, секунду, сейчас посмотрим. Неужели там пистолетики? Да ё-моё, что за смышки-то? Чё она? Да ладно, вот с такими-то тесаками мы должны туда идти. Нет, это награды. Это нет, это награда. У нас получается легендарный костюм, топор. Хм. А если вот так вот? Я что-то не могу понять. А, все, он выбрат. Он у нас выбрат, почему-то он недовольный. Нас это, честно говоря, мало колышет. Давай Сару возьмем. Да что ж такое-то, что им нужно? Почему винтовка не подходит? Я не могу понять. Ах, там должна быть атака не меньше 19, да? Слушайте, а что, у меня ничего нету. Предметы на складе. Ну давай вот. Блин, вот это что ли отбирать? Ну давай, поставим. Так, и у тебя что? Блин, у тебя тоже слабая винтовка. Ну, придется тогда нам, наверное. А если я кирку возьму? Посмотрим. Да, я могу с киркой пойти. Ну и не забываем, ребята, стимпаки и ратпаки. Все. Пускай они бегут на задание. А вон они, побежали. Так, 21 уровень, еда. А мы с вами будем выполнять следующее задание, которое называется «На запад». Начать, конечно же. Ох-охо, вот так вот, ребятули. На запад. Но у меня здесь, так, найти гербовеста на старой кондитерской фабрике. Причем, опять же, легендарное задание какое-то, да? Ну что ж, давайте посмотрим. Кстати, я взял здесь хотя бы... Ну, вот здесь все хорошо. Здесь и стимпаки, и ратпаки у нас. И, по-моему, карта у нас здесь будет гигантская практически. И у нас началась заварушка. Так, этого мы подлечим. Ну, давайте, давайте, давайте. Гасим, гасим этого хмыря. Вот так вот. Теперь будем лутать. Так, вот тут еще не добрали. И давай. Вначале мы, скорее всего, ребят, с вами пойдем по нижнему этажу сходим, да, прогуляемся. А уже потом пойдем на самый верх. Так, ну, слушайте, я думаю, что мы их сейчас быстренько тут уделаем. Минус, минус, отлично. Так, машинка, стимпак и крышки. А спускаемся с вами вниз вот сюда вот. И посмотрим, что здесь у нас хорошего. Опс, рейдеры, да? Угу. Ракета такая. Ой, вообще моментально с ними разобрались. Чертеж, чертеж. А у этих что? Ну, почему я не могу их залутать? В чем проблема? Мне что-то кажется, что с камерой здесь что-то напортачили. Мне раньше можно было и поближе, и подальше. А сейчас только либо далеко, либо близко. Все, третьего не дано. То есть я не могу при... А, вот видите, либо-то... Не, вот сейчас нормально. Вот, вот так вот хорошо. Фух. Ну что же, здесь нам вон того только лутануть. Ёпарасоте, блин. Во, вот так вот. Давай сюда заходим. Слушайте, ну для меня это сосунки. Лашпены, я бы так сказал. Так, ну-ка давай еще стреляй. Вот так, отлично. Костюмчик рейдера, и здесь, по-моему, больше ничего нету. Ну что ж, давайте поднимемся с вами выше этажом. А сколько здесь? Раз, два, три. Три этажа еще. Угу. Чувак вот с этой с базукой офигенно, да, смотрится? Эти с обычными такими пекалями, а этот с базукой. То есть с этим пареньком лучше не шутить. И здесь кто? Тараканы. Ох, как хорошо. Блин, ну мне нравится гранатомет. Козырный.
давай еще залпик. Ну, ну стреляйте, елки-палки. Некого уже убивать, все убиты. Так, фотоаппарат доисторический. А мы с вами бежим вот сюда. О, рейдеры. Такой усатый довольный, думает, сейчас я их быстренько типа чпокну. Я его самого сейчас чпокну. Лежи, отдыхай. Спокойных снов, дедуля. Ну, что ты... О, отлично, давай сюда посмотрим, что здесь. Нам нужно, кстати, ребята, с вами какие-то новые здания поставить. Но там, по-моему, при соточке можно только лишь. А соточки жителей у нас, по-моему, нет. Только 90. Если я чего-то не путаю. Слушайте, ну вот эта команда просто убер какая-то. Найдет и всех крошит. Причем так довольно легко. Смотрите. Ой, это кто? Что вы здесь делаете? Хотим узнать, как можно больше об убежище 31. Все, кто приближается к нему, исчезают. Кажется, оно заколдовано. Возможно, какая-то информация есть в местном офисе. Вон там. Угу. Слушай, а что ты... Ты скелет или ты просто надел костюм? Я не пойму. Слушайте, ну мне такой костюм нравится, я бы хотел. Эй, подожди, его. Я хочу такой же костюм призрака. Нет, призрака у нас есть, это костюм скелета. Так, ой. Кстати, вы заметили, да, когда снаряд попадает об землю, он повреждение наносит абсолютно всем тараканам. Ну, не только тараканам, а всем врагам вообще. Так, неплохая находка. Костюмчики. Это все шикарно. Ой, смотрите, кто здесь. Бомжики. Давайте-ка их немножко пощекочем. Да, единственное, что он его долго как бы перезаряжает, но я думаю, что оно того стоит. Так, здесь ничего, к сожалению, больше... А, во, броня, да. Так, ну что ж, последний этаж у нас остается. Давайте поднимемся и посмотрим, что у нас тут. Как дела? Нормально? Да неплохо, неплохо. А вот и бейсбольная перчатка. А вот и винтовка. А мы с вами сюда идем. Опять рейдеры. Это, ребята, просто мясо. Вот что я могу сказать. Просто мясо. Ну, валим, валим, валим. Нормулька. Залутаем. Ну и, естественно, пойдем дальше. О, еще рейдеры. Это, кстати, последняя комната у нас. Я не буду тратить. Я не буду тратить. Мы и так справимся. Ну. Вот так вот. Забираем, забираем. Нам понадобятся новые склады. Кстати, да, насчет склада. Нам нужно, наверное, скорее всего, его увеличить, потому что уже ничего туда не вмещается. Ну что же, покидаем это убежище. И бежим. Сколько потребуется колы, а? Если на быстрой, на ускоренном, возвращаться на ускоренном. Сколько они потребуют? У меня было 9, 2 потратил, остается 7. Ну ладно, одну, я согласен. Я согласен с этим. Так, прибежали. Ой-ой-ой, продать обычные, да-да. А вот это можно собрать. Блин, склад переполнен у нас, ё-моё. Чё ж делать-то будем, а? Смотрите, у нас все это изучено. Так, склад, это... Вот это, по-моему, если не ошибаюсь, да? Это хранилище. Можем мы его улучшить? Нет, мы его можем только уничтожить. Хм... Погоди-ка, а я же, по-моему, где-то еще один склад делал, да? Вот он. А этот я могу улучшить? Н-н-н. Не могу. Приходится что, еще один, что ли, выставлять? Слушай, ну это как-то уже... Дороговато у нас получится. Давайте вот здесь вот мы все это пособираем. Так, третий, 15 уровень. Так-так-так. Если ставить склад, то его нужно сделать вот тут. Погоди-ка. Блин. У меня раз, два, три. Три склада. Неужели четвертый надо делать, а? Хм. Посмотрим, сколько стоит у нас склад. Так, это оружейное. Спортзал, это не то все. Где-то здесь должен. Вот, кладовая. Сколько стоит? Что-то я не понял, сколько? Почти 1000 крышек. Могу себе позволить.
Могу себе позволить. Так, кладовая. Еще и вот сюда, ребята. Последнюю. Вот так-то. Все. Построил. Надеюсь, теперь места будет хватать. Так, следующее, что нам нужно, это посмотреть наши заводы. Вот, например, здесь. Какого хрена ты просто хочешь? Давай-ка что-нибудь с тобой создадим. Ух ты, Апофис, легендарный. Ого, лазерный мушкет. Слушай, ну здесь-то покруче будет. 14-21 урон. 14-21, это пока самый, самый сильный дамаг. Поэтому я буду его заказывать. А смогу ли я его заказать-то? А ну-ка, создать Апофис. Вау, круто, круто. Сколько ты будешь делать его? 12 дней? Офигеть. Ну, я буду надеяться, что оно того стоит. Так, теперь давай заглянем с тобой в броню. Фабрика костюмов. Так, это все мы открываем. Хм. И что, у нас ни одной легендарной костюмки нету, да? У нас все какое-то обычное. Блин, а почему легендарного нет костюма? Ни одного причем. Есть редкие костюмы, но это все не то. Хорошо, мы костюмы пока никакие делать не будем. Нет в этом надобности. А вот на задание мы с вами, пожалуй, кого-нибудь отправим на очередное. Угу. Черт подери, только, блин, скорпионов мне не хватало, радиоактивных. Ну что вы стоите-то? Давайте, дуйте, атакуйте. Стоят, ёпрзат, этот сопли жуют. Он где вообще? Здесь? Здесь еще пока. Атакуйте. Срочно нам нужно уничтожить этого скорпиона. Иначе он может расплодиться или еще хуже куда-нибудь переползти. А он уже пополз. И куда, интересно? Куда он? Где он вылезет? Ага, он сюда переместился, в эту комнату. Возвращаемся. Возвращаемся. Че ж вы какие-то бестолковые-то? Давай, тоже иди сюда. И последний там. А почему вы не... Что вы делаете, я не могу понять. Так, где скорпион? Я его не вижу. Расстреляли его как-то втихаря, я даже не понял. Так, подождите, ребятули. Мы тут с вами немножко похимичили. Все, вернулись все на свои места, так? Так. Отлично тогда. Всего хватает, кроме электричества. С электричеством опять у нас... Кто? Где? Где он? Где он появился? Незнакомец. Где он скрывается? Я его не вижу, ребят. В этой куче зданий ты уже, наверное, его не найдешь. Никогда. Жаль. Мне бы крышки не помешали. Нету его, я не вижу. Не вижу. Так, что, опять что ли? Смотрите, ребята, кто пришел к нам в гости. Это, конечно, все хорошо. Дойти мгновенно. Смертельный ланч. Через 19 часов они только прибегут. Жалко, конечно, что вот это я забыл поменять костюм. Вот что я вам хочу сказать. Это было мое упущение. Хорошо, ладно, у нас с вами 90... Один житель, 95% довольства. То есть они все довольны, что у нас тут хорошо. Все процветает, все чин-чинарем. Давайте тогда посмотрим следующее задание. Хм. И, например, я хочу выбрать вот это вот. Целься в голову, убей светящего. Хорошо, уровень 20 и нужен лабораторный халат. Хм. 20 уровень и лабораторный халат. Так, ну что, девочка, придется, наверное, тебе... Погоди-ка, мне нужны, знаете что? Мне нужны свободные люди. Зачем я буду убрать этих, как сказать вам, которые делают... Твою маковку. Нет, я возьму кого-нибудь другого. У кого перерыв или еще что-нибудь. Вот, например, я возьму вот этого. И лабораторный халатик. Отлично. Также перерыв у нас имеет Аксель Харрис.
Главное, не забудь потом эти костюмы-то надеть, елки-палки. И у нас еще вот Чарли Снайдер. Давай. Все, я могу начать это задание. Ой, как же я начать это задание? Я же забыл. Я не могу, по-моему, их вернуть обратно. Я же забыл опять выставить им эти стимпаки, ратпаки. Ну-ка, подожди секунду. Где они? Где задание это? Целься в голову. Я могу их? Блин. Могу их как-то вернуть обратно? Вот они только выбежали. Хотя, в принципе, ребята, это же та команда, которой все пофиг. Что ты танцуешь тут? Крышки, да? Спасибо тебе за крышечки. Так, бутылка, а ты будешь танцевать? Станцуй, пожалуйста. Дай мне ядер колы. Немножко, совсем чуть-чуть. Ну, не хочет. Куда-то идет, танцевать не хочет. Гаденыш. Так, мы с вами два задания, да? Как бы сделали. Давай мы теперь испытание игрового шоу. У нас и так его слишком много было, этого игрового шоу. Давай вот это вот. Высотка Волтек. Здесь можно, по-моему, любых брать, да? Но я буду брать, естественно, которые у меня свободные. Например, Джуди. Так, Джуди у меня свободная. Кто еще? Вот перерыв. Лукас. Главное здесь вот поставить все. И еще один. Это у нас кто будет? Вот. Роберт Саттон. В принципе, нормуль. Все, пускай идут на задание. Так, а я хотел, ребятушки, посмотреть, что нам нужно. Так, вот это надо убрать. Это убрать. Хотел посмотреть, какие мы можем с вами еще постройки сделать. И это пункт разлива. Но он открывается только при стажителях. Поэтому в данный момент, ну, никак. Никак, ребят, нам не построить. Нам нужно либо плодить жителей. Танцует. Ай, не успел чуть-чуть, а. Танцевал только что. Либо плодить жителей, либо... Кстати, где радио? Где радио? Ты кричишь? Ты зовешь? Ты зовешь, я вижу, что у тебя тут все работает. Так, ну что, ребятушки, я так понимаю, больше нам пока здесь заняться нечем. Все отправились у нас на задание, нам только остается дождаться, когда они добегут, а потом уже выполнять их. Но это будет уже, наверное, ребята, в следующей серии. Бутылка побежал куда-то. Ну что же, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.